Я же Супова Назгуль, приехала из Зерендинского района, село Зеренда, помочь здесь продвигать нашу партию, раздавали листовки сегодня мы все вместе. Меня также задержали, применили силу, долго нас держали в милиции или полиции. Да, не было условий, не было там ни воды, не было даже к нам нормального отношения, не могли даже найти, применить для нас статью, долго искали статью, в конечном счете придумали какую-то фиктивную статью и дали нам фиктивный штраф. И мы на этом не будем останавливаться, мы будем дальше бороться, и мы все равно в будущем зарегистрируем свою партию, потому что нас поддерживает большинство. Алга Казахстан. Ассаламу алейкум. Амангелды Джахин, член оргкомитета оппозиционной политической партии Алга Казахстан. Сегодня мы оргкомитет решили провести акцию по рекламированию нашей партии. Изготовили листовки, пришли сегодня на набережную раздавать эти листовки. И когда, какое же было удивление, когда мы пришли на набережную, здесь кишели, полиция прям кишела. И в гражданке мы их уже различаем и без формы, и в форме. И они, только мы начали раздавать свои листовки, к нам начали подходить полицейские, и предъявлять нам какие-то требования. Один предъявлял, говорит, это незаконный митинг. Мы ему объясняем, это же мы партия, на законных основаниях хотим продвинуть свою партию. Как же мы их продвинем? Как же мы народу донесем свои программы? Как мы добавим к свою группу людей, если мы не будем себя рекламировать? Они начали нас предупреждать, если вы сейчас не разойдетесь. Мы начали раздавать листовки, они начали предупреждать нас. Если вы не разойдетесь, мы вас задержим. И в конце концов, ребята как в камуфляжных формах, без знаков различия. И, кстати, вот эти полицейские, никто из них не представлялся. Заломали в грубой форме, заломали нам руки и в грубой форме затолкали в автозак. И мы были доставлены в Сарыаркинское какой-то филиал РОВД. И мы там больше 3 часов пробыли. Все это время там 2 или 3 сотрудника разговаривали в грубой форме. Никто из них не представлялся. Нас даже водой поливали, там был конфликт. И вменили штраф 50 МРП, 153 тысячи тенге штрафу. Я отказался, они мне предлагали, давай это, если ты сейчас согласишься, мы тебе 50% скинем, и там получается 73. Я отказался, я сказал, я буду обжаловать, это вообще незаконно. Я имею полное право участвовать в политической жизни. Я имею полное право создавать политическую партию и участвовать в этой партии. Новый Казахстан Токаева показал свое лицо. Нет никакого нового Казахстана, есть только диктатура Токаева, Назарбаева, а теперь Токаева. Мы это будем, на этом не остановимся. Мы будем международной организации вот это освещать, показывать в Конгресс США. Пусть узнает, какие у нас законы, какая у нас демократия. Откуда, если Казахстан позиционирует себя с демократической страной, откуда у нас в стране берутся политические заключенные? Почему нам не дают создавать эту же партию? Он же сам везде, на каждом углу, с каждого утюга вещал, что создавайте политические партии. Вот мы и хотим создать. Но почему-то там вот это намыс этого Бокаева без проблем уже съезд провела. Они не проводили никакой работы агитационной. Так что я хочу донести, что нет никакой демократии в Казахстане. В Казахстане тотальная диктатура. И мы на этом не остановимся. Мы будем эту проводить дальше работу по созданию партии. Алга Казахстан. Алга Казахстан.